Почему Бог допустил в жизни Иова испытания? Потому что Иов не знал Бога. Он признается. Говорит, я слышал о тебе слухом уха. Я слышал о тебе. Он не знал. Давайте мы посмотрим. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Даша, что он говорит? Поэтому, что я делаю? Отрекаюсь. От всего, что я знал, отрекаюсь. И раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот где пришло познание к Иову. Чтобы Иов познал Бога, нужно было ему пройти весь этот путь. Он же знал, что Бог есть любовь.